Всем привет, 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 миллион, миллиард, привет, с вами снова Ариадна. Хуеву тучу лет назад меня попросили посмотреть «Куплиновские частушки. Часть 2». Видео было в отложенных очень-очень давно, прям совсем давно, да, я знаю. Вот, но я наконец-то добралась, я частично смотрю новые видео, частично разбираю старые. Ну, из старых, кстати, которые мне скидывали, там не так много осталось, вот. Но все-таки, да. Видео длится всего 2 минуты. Поэтому я не знаю, нужно ли что-то брать, попить или поесть. Попить-то у меня есть. Я чаёмничаю, продолжаю. У меня тут рядом на полу. Наверное, нихуя не слышно, как я долблю ногтями по кружке. Ну ладно. В общем, да, видео длится 2 минуты, поэтому я не думаю, что будет кто-то пить или кушать. Но хотя, если вы смотрите залпом еще с другими видео, тогда maybe. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. Все ссылки в описании. Да. И в графе о канале. И еще там где-то они должны быть. Хуй с ним. Собственно, и мы начинаем. Наконец-то я их посмотрю, этот видос. Только бы не громко. Ну, ладно. Добавлю звук. Ой, я люблю вот эти миксы, кстати. Ты жива еще, старушка? О, вот какой старый видит. Даже вебки нет. Три свинца. Заебися, заебца. Бля, вот люди, которые делают вот подобного плана нарезки, это же долго нужно все искать и делать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Геральт погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Геральт будет убивать. Ну ладно, это круто. Короче. Ну что ли драться? Не могу. Я ебаться. Какого хуя мне нельзя стрелять? Отвечу в рифму. В рот ебать. Это же еще надо было в разных играх это все найти. Не хочу курить. Ртуть вредна для организма. Ну, это было немножко странненько, ну ладно. Я наряд красивый гусь. О! Я стираться сейчас пойду. Легендарный гусь. Сейчас идусь, я красивый модный гусь. Старый медведь, старый медведь, старый медведь пришел мне попеть. Старый медведь пришел с микрофоном, но был он гендоном. Блин, я половину этих игр не знаю. Хотя какие-то видела. Я про прохождение. Вышибаю дверь плечом, я вас сейчас зарежу всем. И меня, бля, ждет успех. Пиздец, грустнячество какое-то. Я переводишь, блядь. Моя твоя не понимать. Ну ладно, это забавно. Ну, правда, забавный видос. Собственно, кстати, можете написать, как вам видос. Мне зашел прикольненький, так вот, на фончик послушать, попеть. Хотя частушки поют. Но явно же не читают, да? Читают рэп. Хотя, может, и частушки тоже. Хуй знает. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. И всем пока!